И мы продолжаем трудиться. У нас сегодня впервые в гостях Ольга. Вот такая очаровательная женщина. Оля хочет перемен. Отдается полностью в руки мастера. Да, Олечка? Так что мы приступаем. Вот мы и закончили. Вот такой у нас получился результат с Олечкой. Вот такая у нас макушка. Оля очень хорошо открытый лоб, поэтому мы сделали вот такую челку. Олечка, вам нравится? Очень нравится. Я довольна. Спасибо вам большое. Freedom Guide, your family group.